Всем привет, меня зовут Даша. Я дочитала наконец-то одну книгу, мучила ее целых... Какое сегодня число? 21-е. Ужас. 21 день, потому что начала я ее 1 января, даже 31 декабря, но уже далеко за полночь. И только вчера дочитала. Это «Спящие красавицы». Авторы «Отец и сын» Стивен и Оуэн Кинги. Тут сзади есть их портрет. И вы знаете, Стивена Кинга я люблю, и ну, не все подряд, но многие вещи. И я многого ожидала от этой книги. И вы знаете, она такая... Вот есть книги для активных самолеты. В них садишься и прямо тебя уносит. А есть книги, ну, как прогулка пешком по зеленому парку. Идешь неторопливой походочкой, дышишь воздухом, любуешься тем, что тебя окружает, наблюдаешь за другими людьми. И вот эта книга, она как раз из... того разряда, когда ты просто идешь по улице прогулочной походкой. Здесь нет такого, что вы открыли страницу, и вас унесло на ликвидном самолете в неведомые дали, и, когда ты неторопливо там переворачиваешь страницу, что там дальше. Нет, эта книга из разряда «Потерпи, подожди». Насладись здесь и сейчас, не забегай вперед. Речь идет о чем? Небольшой городок. В нем начинают происходить, и не только в нем, вообще во всем мире начинают происходить таинственные вещи. На самом деле, несмотря на то, что это таинственное явление охватывает весь мир, внимание читателей сконцентрировано именно на жителях этого городка. Дело в том, что женщины внезапно превратились в гусениц, но не в буквальном смысле. Их покрыло что-то вроде кокона. Стоит заснуть, и появляется сначала тонкий слой паутинок, а потом он полностью окутывает спящую женщину. Мужчина-то не касается, и младенцев, по-моему, тоже. Что меня удивило, так это наличие... В самом начале, знаете, как это бывает в пьесах, наличие персонажей и краткая их характеристика. Сколько лет, кем работает, чей сын или, может быть, чья мать. Я не поняла эту фичу, потому что, когда вы читаете, в принципе, эта информация легко усваивается. Единственное, когда в конечном итоге описывается, что с кем произошло, начинаешь немножко путаться и задумываться, кто это вообще. Но когда я читала, дочитывала книгу, то я даже и не вспомнила, что вначале существует список персонажей, и даже и не посмотрела, мне даже в голову-то не пришло, поэтому я не считаю его необходимым для наличия в книге. И вы знаете, я пока читала, мне не покидало ощущение, что это уже было. И тоже у Стивена Кинга. Это похоже именно своей атмосферностью на мою из самых любимых книг этого автора «Розу Морену». Но все-таки это не то. Особенно вот вы знаете, главная героиня. Она очень похожа на одного персонажа, который здесь играет тоже значительную роль, но не является прям вот главным персонажем. По крайней мере, я ее в такой роли не вижу. Может быть, у кого-то будет другое мнение. И также, когда все события подошли к своему финалу, и все там объяснили, и не просто все прям про каждого жителя, я не услышала объяснения одного загадочного феномена, который меня заинтриговал, и мне бы хотелось знать мнение автора по этому поводу, где-то они писали, вот, но я его так и не услышала, к сожалению.
И даже не могу вам сказать, что это, потому что это будет спойлер. Ну, вот тем не менее, если вам нравится читать такие вот неторопливые книги, где очень подробно все описывается, где вас так медленно, очень медленно погружают вот во всю эту атмосферу, чтобы вы могли прочувствовать, то эта книга для вас. Но если вы предпочитаете книги «Реактивные самолеты», книги бега, книги быстрых забегов, то, пожалуй, стоит обратить внимание на что-то другое. Может быть, на Мизель. Вообще, вы знаете, я заметила, тема безумных женщин, не чокнутых, а именно безумных, пусть даже и немножко, она довольно часто встречается в книгах Стивена Кинга. И я об этом постоянно думала, пока читала. Ну, интересное чтиво, да. Вот это все, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Пока-пока, до скорых книг.